Всем привет! Снимаем распаковку, обзор набора для изготовления слаймов для детского творчества. Называется «Сделай свой слайм» от фирмы ZB. Вот такой наборчик. Здесь два активатора и два клея. Да, клей у нас такой золотой и какой-то 88, синий. 88 миллиметров. Миллилитров. Это на один раз одна вот эта вот, как это сказать, баночка. И есть блестки 1 грамм. Блестки, где? Вот они. В виде звездочек. Раскрываем. Вот мы вблизи покажем эти блесточки. В виде звезд. Вот как они выглядят. Красиво переливаются. Ну, клей. Соответственно. И активатор, он и есть активатор. Он и в Африке активатор. Какой будем делать? Золотистый или этот синий? Думай. Может, золотой попробуем? Может. Пока мы думаем, ставим на паузу. Показываем. Мы добавили вот одну вот эту упаковочку и половинку от активатора. Вот у нас там такая жижа. Мы еще не перемешивали. Ну, сейчас начнем делать. Ну вот мы вот месим уже. Еще, конечно, не слайм, но уже похоже. Продолжаем. Я хотела назвать это золотым круассаном. Но месильщик говорит, что это золотая какашечка. Давай еще вымешиваем. Ну он уже вот отстает от рук, уже не прилипает. Еще сейчас чуть помесим его. Это тут накрутили типа улитки из этого слайма. Вот смотрите. Вот такая консистенция. Мы использовали половину вот этого активатора. Не добавляли больше. Ну, слайм уже получился. Сейчас мы еще хотим добавить, я не знаю, будем добавлять эти или твои? И эти ну, тоже, блестки да? Можно тоже. Вот есть свои блестки. Сейчас добавим, украсим. Добавили частично вот эти, что были в наборе, и еще свои вот шарики. Вот какая красота. Сейчас будем месить, чтобы они равномерно распределились. Показываем, как он щелкает. Ай. О, трещит. Сейчас будем растягивать. Ну, еще покажем пузыри. Вот. Один лопнул. Бульк. Бульк. Так. Давай. Ой. Домешивай и будем тянуть уже. Ну вот наша лепешечка. Ты ее не надо когтями. Мы сейчас растягивать будем, а ты дырявишь. Ну сейчас показать просто вам, что он тянется. Вот. Тоненькая такая структура. Мы пузырь надули. Пузырь надували. Очень хорошо. Большой делается и так рвется. Да. Ну вот. Отличный слайм. Ой, пузырь уже был. Отличный. Ой, ой, а, и камеры. Сейчас к телефону залипнет. Ну, как вы видите, слайм у нас получился. Вот мы стринги растянули. Все отлично. И когда вот так растягиваешь, вот так жмешь, вот так. Вот это звуки. К рукам он не липнет. Да, нормально. Все отлично получилось у нас с первого раза. Так что рекомендуем этот товар. Нам понравился. Будем лепить еще и другие, да? Синий там у нас еще остался. Это кого-то тут сделали. С одноглазика, да? Всем рекомендуем. Пользуйтесь.